Добрый день, дорогие друзья, наши подписчики, наши покупатели и вообще люди, которые только присматриваются к приобретению данных кораблей для рыбалочки. Мы уже делали видео по поводу того, что у нас появились много функций на нашей GPS-навигации с автопилотом третьей версии. И я обещал серию видео по поводу новых функций, именно демонстрации этих функций, как они работают. Взял я за основу вот этот кораблик, это цвет оранжевый неон. Может показаться, кстати, он не оранжевым, ну просто пасмурно, прохладно на улице. Клиент приедет завтра за ним, я решил заодно его потестировать и снять видео, чтобы показать вам пару функций, которые у нас имеются в нашей GPS-навигации с автопилотом третьей версии. Давайте посмотрим. Сейчас я вам все на видео покажу, как это все работает. Первое, что я хочу вам показать, это плавный пуск мотора, соответственно. Мы поставили кораблик на воду, и сейчас мы это наглядно можем увидеть. Я нажимаю стик вперед газа и смотрим, как трогается наш кораблик. Успели? Обратили внимание? Даже слышно, как шум винта плавно стартует. Делаю просто, например, круиз-контроль включаю, чтобы было понятно, что вот я стик вперед просто. То есть даже видно, с какой задержкой начинается. Я включаю стик вверх, и кораблик пошел. Я думаю, было понятно по видео, что пуск плавный мотора, и нет никаких рывков, дерганий, то есть он плавно начинает идти вперед. Кстати, функция подруливания так и сохранилась. Давайте я вам покажу. То, о чем я уже говорил, что модификация у нас уже была, небольшая, с функцией подруливания. Сейчас я вам покажу, что эта функция также сохранена. Мы выбираем, ставим третье положение тумблер и отправляем на домашнюю точку. Вот он разворачивается. И я сейчас покажу, как я стиком просто им управляю. Вот он плывет, и вот видите, я подруливаю влево, вправо, я уж прямо его разворачиваю. Вот видите, подруливает. То есть очень удобно. Сейчас я вам покажу еще одну функцию, которая появилась в третьей версии GPS-навигации с автопилотом. Это случайное сохранение точки или случайная перезапись точки. Мы иногда, бывает такое, что думаем, что ставим режим автопилот, чтобы отправить на какую-либо точку, но ставим на самом деле в режим сохранения точек. Покажу вам наглядно. Вот у нас сейчас пульт в ручном режиме. Устанавливаем во второе положение, это режим сохранения точек, но мы думаем, что мы включили автопилот на отправку. Ранее у нас было так. Например, выбираем первую, мы хотим на первую точку отправить. Мы вот так сделали, и точка перезаписалась. Или сохранилась, перезаписалась. Вот, теперь, чтобы сделать такую небольшую паузу для понимания того, что вы все-таки в перезаписи, сделано таким образом. Мы удерживаем стик, раз, два, три, отпускаем. Точка пересохранена. То есть теперь появилась некая пауза для того, чтобы все-таки вы успели понять, что вы не отправляете, а пересохраняете точку. Сделано в такой небольшой промежуток времени, 3 секунды. Ставим тумблер во второе положение, выбираем первую точку, допустим, удерживаем 3 секунды. Раз, два, три. Все, точка перезаписалась. Вот это одна из таких, может быть, мелочь, но мелочь приятная, потому что раньше только стоило стик сдвинуть, все, точка перезаписалась. Теперь же нужно удерживать 3 секунды. Так что не забывайте об этой функции, не забывайте, что вы можете случайно поставить тумблер во второе положение, а не в третье, как вы хотели. В общем-то и все. На улице очень прохладно, я коротко показал. Хочу, чтобы вы посмотрели на этот кораблик снова, потому что очень клевый, лично мне нравится. И мне очень нравится плавный пуск мотора. Все, спасибо вам, дорогие друзья, наши подписчики и не подписчики. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Вот, про эти функции я вам рассказал. В следующей серии я вам покажу следующий функционал, который у нас появился в нашей GPS-навигации с автопилотом 3-й версии. Всем пока!